Приобретение жилья – важный и ответственный шаг в жизни любого человека. К нему нужно подходить со всей серьезностью и максимальной информированностью. Взвешивать все «за» и «против» и понимать, что, приобретая недвижимость, вы, по сути, приобретаете свое будущее. Квартира или дом – это товар, который многие жители нашей страны покупают один раз в жизни и передают потом по наследству. При этом от зрителей и читателей медийных ресурсов медиахолдинга «Тверской проспект» все чаще приходит обращение с просьбой помочь в непростых ситуациях, которые возникают на этапе подбора и приобретения жилья. Люди также нередко просят разъяснить, что происходит на рынке недвижимости в Тверском регионе. Продолжится ли рост цен и с чем он связан, какое жилье более ликвидное и так далее. В связи с этим мы запускаем масштабный проект по анализу рынка недвижимости Верхневолжья. В ближайшее время Тверской проспект представит эксклюзивные материалы, подготовленные для широкого круга зрителей. Мы сделаем обзор всех крупных компаний-застройщиков, рассмотрим все достоинства и недостатки возводимых ими объектов. Проведем детальный анализ всех строительных, юридических и финансовых нюансов с участием экспертов. Сегодня на экранах телевизоров, на радио и в интернете можно наблюдать обилие рекламы от застройщиков разных мастей и ранга. Однокомнатная, двухкомнатная или трехкомнатная квартира, студия, в ипотеку или за наличный расчет, с первым взносом или без него. От разнообразия предложений, что называется, может заребить в глазах. Сегодня разобраться в большом количестве предложений потенциальным покупателям без помощи специалистов ой как непросто. На рынке Твери работает свыше полусотни строительных компаний, которые возводят высотные дома и таунхаусы. И даже в пандемию спрос на жилье практически не упал. Об этом говорит риэлтор Наталья Богоявленская. У нас даже был повышенный спрос в связи с приездом москвичей, петербуржцев. Они приезжали, потому что там невозможно было что-то. Ну, видимо, все побежали вкладывать свои деньги, все свои сбережения. Просто побежали в буквальном смысле. И у нас даже в пандемии у нас ребята приходили и устраивали показы в новостройках. Были даже клиенты, которые по несколько квартир брали. Но как выбрать жилье, которое будет отвечать всем требованиям, чтобы рядом с домом была комфортная инфраструктура, парковки, детские площадки, школы и детские сады? Чтобы летом было не жарко, а зимой не холодно, чтобы надлежащим образом была выполнена шумоизоляция, и вы не оказались в ситуации, подобной той, которая описана в кинофильме «12 стульев». Лев Толстой и тот не ел мясо. А когда писал «Войну и мир», ел мясо. Ел, ел, ел. Когда Анну Каренину писал, лопал. Рубал, будь здоров. Не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Топиться побежала! Да Лиза! Нет, за колбасой пошла! Лизавета! Лизавета, вернись! На эти и другие вопросы наш медиахолдинг будет отвечать вместе с экспертами рынка недвижимости. Журналистские материалы будут посвящены общему прогнозу и анализу рынка недвижимости Твери и Тверской области, обсуждению новых веяний и тенденций на рынке. Сейчас вкладывать в недвижимость снова стало модно и актуально. Наша задача – дать вам максимально полную и объективную информацию о приобретении недвижимости, чтобы вы сделали правильный выбор в столь ответственном и непростом деле, как приобретение жилья. Медиахолдинг «Тверской проспект» также ждет ваших вопросов и обращений. Звоните нам, если вы столкнулись с недобросовестными застройщиками. Расскажите об этом по телефону 300-341. Ни одно обращение не останется без внимания, а на наиболее актуальные ответят наши эксперты.